Детские лагеря Приморья к сезону готовы. Безопасность в этих учреждениях сегодня обсудили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Вице-губернатор Приморья общался с сотрудниками МЧС, департамента образования, представителями муниципалитетов и с уполномоченным по правам ребенка. Специалисты сообщили, в Приморье 628 лагерей готовы к сезону. Там соблюдаются требования безопасности. А в 22 других учреждениях есть проблемы. Особенно отличились Спасский и Шкотовские районы. Так, например, лагерь «Держава» селит детей в деревянных домики с печным отоплением и без пожарной сигнализации. Администрации района дали задачу устранить нарушения. Если соответствующие требования, установленные законом, детскими оздоровительными учреждениями сделаны не будут, ни о ком отдыхе детей в этих заведениях не может быть идти речь. Но учитывая, что эти лагеря будут работать со второй смены с июля месяца, есть достаточно еще времени для того, чтобы все необходимые замечания устранить. И отдых детей на территории Приморского края прошел спокойно. Несмотря на список нарушений, лагеря, не одобренные чиновниками, могут продолжать торговать путевками. Законно работает тот или иной лагерь, лучше узнать родителям. На сайте Департамента образования и науки Приморья есть реестр, куда включены все безопасные детские учреждения.